Извините, пожалуйста, а вы свободны сейчас? А я? А что в тебе есть где? Понимаете, у нас снимается сцена покушения на Гитлера, и нужен дублер главного героя. Играть Гитлера? Никогда в жизни. 200 гривен. Я согласен. Пойдемте. Привет! Можно с тобой познакомиться? Меня звати Гитлер, а тебе як? Єва? Може, Гретхен там? Марта? Стоп! Що? Стоп, Віталік! Ну чому подошли машинистки? Ви ж повинні подойти і ругати генералів за те, що вони не взяли Лондон. Ми ж говорили з вами, Віталік! Ну, я думав, що це тільки репетиція. Давайте вийдемо на сходу, быстро-быстро! Хорошо! Приготовились. Кино и немцы 2.14.1. Внимание! Бум в кадре! Начали! Привет! Я вам что сказал сделать? Взять Лондон? А вы что сделали? Мозгов мало. Я сколько вам дал солдатиков? Что тут сложного? Перешли, раз, два, сюда, туда, туда, все, все. Все, взяли. Виталик, стоп! Что? Ну, что вы несете? Вы же должны говорить на немецком с немецкими генералами. Не вопрос. Давайте. Да здесь фантастич. Стоп. Ну что это такое? Ты что, немецкий, что ли? Та не надо рассказывать. Я продивився всі німецькі фільми. Вони там тільки так і розговорюють. Все, стоп. Ищите другого дублера. Ну і ладно. А пока вы ищете другого дублера, можно я в солдатиков поиграю?